С вами снова я, Ди. Оказывается, меня упрекают в том, что я слишком жестока к клипам отечественных исполнителей. Окей, давайте посмотрим клип группы Bionic Crazy Monkeys от начала до конца. И это... А она в смысле... А мне нравится садомазохистские наклонности режиссера. Какие клипы он сейчас снял? Это первый и последний. Слушай, я же тоже могу... За такие деньги такое видео снимать, да? Что делает собака в кадре? Собака? Так, танцуем, танцуем. Хватаем за сердце, трясем погремушками. Больше экспрессии, секса, мужичкового секса, да. Стоп, снято! Все, сняли, шедевр будет. Да. Вы думаете, здесь Product Placement Hardys? Реклама нижнего белья же. Бюстгальтер от Ашота. Надел и как будто есть шота. Вчера такой клип нашла, так. Мистериус, не звони мне. Ой, это же Умка. Ложка и снег. Умка, Умку убили. Умку убили. В клипе им постоянно кто-то звонит. Хватит звонить. Здравствуйте. А каким интернетом вы пользуетесь? Не звони, не. Алло, сам отца. Кузи Паши Дима? Не звони, не. Здравствуйте. А вы верите в Бога? Не звони. Осталось 7 дней. Хватит звонить. По поводу клипа Элли. Никаких претензий. Супер. К чему слова, когда Потап и Настя ее копируют? Сина алгаш кургиди, возьми синяя алмада. Я натяну пальчиками нежно руки, свои чулки. Кстати, она же наша соседка. Помню, однажды вечером она так начала орать, ну то есть петь громко. Мы потом с соседями пошли с ней, поговорили. И прикинь, она с тех пор таки поет тихо, ну то есть шепот. Сағыныштым белгісі, әр жерде іздейм сені. Көзіме елестетем сол кештегі бейнеңді. В съемках клипа приняли участие учащиеся лицея номер 829 для одаренных детей с математическим наклоном. А вот этот чувак пробил себе дорогу в шоу-бизнес Адамовым яблоком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, это обязательно. С вами была Ди, Заноза, ну, как меня называют, в теле казахстанского шоу-бизнеса.